продолжаем наш путь. Нам лучше не соваться. Пока. Закончили свою жизнь непродолжительную мои скелеты. Так, дальше пока не пойду. Зайду туда с другой стороны.
Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Получилось. Ну ладно. Что ж, перебью их и продолжу запись. Ну вот, так-то лучше. Против армии скелетов-то они ничего не смогут сделать. Там ничего нет.
А вот и глава этого отряда. Из этого не выйдет ничего хорошего. Да, всех перебили ползуны. Сильвестра пишет, что отправил руду вместе с Диего. Неподалеку отсюда. Ну а вот уже очередная стоянка старателей видна. Этих атаковали снайперы.
карману ему лучше не жертвовать. Жизни тоже. Деньжат пока достаточно. Раннее утро. Вот Джерган перебрался в этот лагерь. Что ты делаешь? Я разведчик. Моя раб... Хотя сейчас... Ты знаешь, куда отправился Диего? Диего? Он был одним из... Я видел его с двумя рыцарями и ящиком недалеко. Видишь старую башню вон там, справа? Иди туда, а затем по направлению к замку. Дорога идет через скалы справа. Вот туда они и пошли. Взяли наводку. Эй, откуда ты взялся? Ты пришел из замка? Да, я пришел из замка. Ну и что? Как там дела? Не лучше, чем здесь. Орки все еще там. Черт! Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Я скажу тебе кое-что. Если бы я не был напуган... А что ты вообще здесь делаешь, кстати? Я здесь как мальчик на побегушках. Мне лучше было остаться дома со своей старухой. А теперь я все, что осталось от отряда. Откуда мне было знать, что этой экспедиции не суждено? Мой приятель Алаф улизнул. Да, вот именно про это я и говорил. Нужно найти Алава. Я нашел Алава. И как он? Он мертв. Его съели волки. Ох, черт. Надеюсь... Откуда ты пришел? Я пришел по приказу Гаронда. Очень хорошо. Мне очень нужны... Я здесь не для того, чтобы помогать тебе. Нет? Так... В мою задачу входит выяснить, сколько руд... О, достопочтенный маг. Твое присутствие вселяет в меня и моих людей уверенность. Мы были бы очень благодарны, если бы ты смог использовать данную тебе Инносом силу, что... Что я могу сделать для тебя? Вот уже несколько дней орда снайперов бродит вокруг нашего лагеря. Похоже, они просто выжидают подходящие... Я не знаю, чего они ждут. Но пока Фэт, помимо всего прочего, напуган ими до смерти. И сводит с ума сталь... И кого мне послать? Белгота? Тенгрона? Конечно, он умеет сражаться, но он не обладает хитрым. Ты единственный, кто может сделать это. Я хочу... Как настроение у твоих... Ты хочешь узнать, каково настроение моих... Разберись с этими снайперами, или кто-нибудь сорвет. Что ты знаешь о снайперах? Зачем тебе знать это? И не говори... Я собираюсь поохотиться. Это безумие. Я наблюдал. Тогда расскажи мне, что ты о них знаешь. Я мог бы помочь тебе, но только при одном. Что ты хочешь? Если тебе удастся убить снайперов, ты должен вытащить меня. Мне здесь долго не продержаться. Ты говорил с Федом? У этого парня... Расскажи мне, что ты знаешь. И я вытащу. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Так что будь внимательным. Они очень хитрые. И могут, ну, как бы, он редко показывается, но я видел его. Другие снайперы низко кланяются, когда... Пока этот зверь не тронется с места... Где мне найти этого кровожадного? Я видел его на ступенях старой... Отлично. Мне кажется... Помни, ты дал мне...
именно этот снеппер и нужен нам. Точнее, его когти. По квесту Лютеро. Да пребудет с тобой Инос. Ты принес мне... Я пришел не за тем, чтобы принести... Тогда поговори с Фаджетом. Он командует здесь. Мне нужна твоя помощь, Фаджет. Я выполняю приказы только Фаджет. Может, кто-нибудь еще? Как обстоят? Мы окружены монстрами. Я не знаю, сколько мы еще продержим. Насчет... Да, как там? Его все еще осаждают орки, и он все... Черт. Я надеюсь... Послушай, у меня есть друг в замке. Его зовут Удар. Я хочу, чтобы ты передал ему это кольцо. Нет проблем. Когда я буду в замке, я передам это кольцо Удару. Хорошо. Магия этого кольца придаст Удару... Передадим кольцо. Неплохое. Эй, ты! Что тебе нужно от меня? Успокойся. Никто не хочет... Слава Иносу! Знаешь, за последние несколько дней их всех сожрали снепперы. Но меня... Что ты знаешь о снепперах? Билл Год следил за ними ночью. А другие находятся прямо над нами, на вершине этого. Они заперли нас здесь. Понятно. С тобой все в порядке? Там снепперы. Ты чувствуешь? Ну вот, можно либо... перебить всех снепперов, либо убить только вожака. Лучше всего сделать и то, и другое. Деревню орков больше не пробраться. Все мосты сожжены. Thank you.
Ну, в общем-то, нет разницы, что отвечать. Со снайперами покончено. Отличная работа. А с остальными... Скажи мне, сколько руды удалось... Доложи Гаронду, что мы смогли добыть только 2 ящика. Из-за постоянных нападений на нас мы потеряли... Если Гаронд сможет прислать подкрепление... Понятно. Я так и передам ему. Хорошо. Мы надеемся... Хочу терять отмычек. Осталось очень мало. Не смог все-таки запомнить точно комбинацию. Ну да ладно. Одну отмычку потерять не страшно. Ну вот я и вышел с другой стороны на это плато. Да, Диего на том самом старом месте. Как я предположил в прохождении первой готики, именно это и есть тайное место, где
собирались Диего, Лестер, Горн и Мильтон. Лагерек в центре земель орков. Эй, я думал, ты мертв. Да, так было. Ну, теперь я вернулся и ищу доказательства появления драконов. Для кого ты это делаешь? Я работаю на лорда Хагена. Паладины? Позволь мне сказать тебе кое-что. После того, как я хотел предупредить паладинов о драконах, этот напыщенный Лотар даже не стал слушать меня. И, конечно, вместо этого они отправили меня... Очень важно остановить драконов, пока у нас еще есть время. Остановить их? Да нам нужно уносить ног. Скажи, как тебе удалось пробраться через... Есть путь через заброшенный... Это хорошая новость. Тогда я должен как можно быстрее отправлять... Этот Лотар вывел не только нас. Послушай, мне нужны доказательства. Хорошо, я помогу тебе, чем смогу. Но я не буду рисковать. Я здесь по поручению Гаронда. И тогда он даст тебе этот имя. Поэтому ты можешь сказать... Здесь, в задней части пещеры, хранятся 4... Гаронд может прийти и забрать их, но меня здесь к тому времени... А какой ты имеешь отношение? Я был с группой Сильвестра. Мы Он сказал, что мы должны переправить руду. Ну, так как я все равно собирался линять я. И в этом мне очень повезло. Потому что... А что насчет этих двух мертвых? Они нашли свою судьбу во время битвы со стаей Стауш у долины рудников. Что мне нужно знать? С тех пор, как барьер пал, здесь... Многое переменилось. А мы, люди, теперь не более чем корм для истинных правителей этой долины, драконов. Держись подальше от всех, кто си... Ты можешь научить меня? Конечно. Что ты хочешь знать? Пока все. В следующей части отправимся с Диего зарабатывать опыт. Увидимся.